ребята, будем сегодня готовить булочки. Лето на дворе, а мы с булками. Ну и да, ничего страшного. Это не просто булочки, это так называемые английские сконы. У них очень интересная форма. В 50 грамм сливочного масла добавляем постепенно 200 грамм муки и чайную ложку разрыхлителя. И растираем все в крошку. Такая крошка должна у нас получиться. Это процесс очень быстрый, друзья. Дальше добавляем 100 мл кефира. Можно вместо кефира использовать молоко. Завершающий, самый вкусный ингредиент, который можно и без булок есть, это сыр, конечно же. Трем на крупной терке грамм 100, и все. Все, друзья, перемешиваем. Тесто получится плотненькое. Сейчас покажем. Во, какое тесто получается мягкое. Но, друзья, не перебейте его мукой, чтобы слишком тугим не было. Смотрите, что делаем дальше. Кладем, даже можно скалкой не раскатывать, немножечко надавливаем руками и распределяем такую лепешечку небольшую. И теперь нарезаем вот таким нехитрым способом на как треугольнички. Пиццу. Ну, смотрите, классно, быстро, 3 минуты мы делали эти булочки. А сейчас нам останется подождать всего лишь минут 20-25, пока сконы запекаются при 180 градусах в духовке. Вот что называется с пылу с жару. Готово. 20 минут и красота. Смотрите, как они поднимаются хорошо. Довольно такие пышненькие красавчики получаются. Ну давай скорее же разломаем прелесть эту. Ну, какой кайф. Друзья, очень быстро, очень вкусно, сырно и сытно.